мечтал, как город. Ну, чувак, вот с начала серии, а ты уже... Красота. Замолчи. Okay, here goes nothing. Jade, it's Crane. Do you copy? Jade, it's Crane. Can you hear me? Damn it. All right. It's time for some local talent. Troy, this is Crane. Do you copy? Crane? It's great to hear from you. What can I help you with? Yeah, I'm in your neck of the woods now, and I'd love to put our heads together. Where can I find you? You're here? In the Zero? Fantastic! Have you seen a pair of towers, one taller than the other, with scaffolding around them? We call that our loft. Head that way, and we'll be waiting. Почему все всегда стараются зайти повыше? Dr. Camden, do you copy? Crane here. Camden, can you hear me? Crane? Yes, yes, I hear you. What's going on? I'm in Sector Zero. Is Jade with you? No, she hasn't been able to reach me yet. And even if she does manage to get here, it won't be easy getting in. I had to barricade myself inside because of Ryze and his thugs. You okay? Trapped inside my lab, but safe. You coming my way? Not yet, Doctor. First I have to find Jade and recover Zara's research. Okay, I'll sit tight then. Not like there's anywhere for me to go. Be careful out there, Crane. Итак, ребятки, насколько я помню, вы просили проходить миссии одну так, либо... Не знаю, там, полмиссии так. В общем, как мы с тобой будем проходить их? Ну, давай мы сначала добежим, а там видно будет, что мы и как мы будем проходить. Есть ли здесь вообще второстепенки? Я застрял, тихо. Я упал, на самом деле, случайно с этого гадкого карниза. Я думаю, второстепенки здесь есть, как бы, ну, иначе какой смысл? В общем, жди меня. Мне эта локация определенно больше нравится, потому что здесь уже более нормальные дома, и по ним можно подбегать. Такой ассасинимо! Да-да-да, стиль ассасина. Только от первого лица. Ну, кстати, от первого лица даже как-то прикольнее, по-моему. Ну да. Скорее, знаешь, как я уже говорил, да, вот, вспоминая Джейд, ту же самую. Как бы очень похожая на паркур, тот, который был представлен в игре. О, кого-то там. Да я вас двоих ушатаю один. Ну. О, смотри, как я разрубил пополам. Так я постоянно пополам катаны рублю. Че, мы спасли? Не, просто это два чувака, которые хотели напасть на нас. А. Ой, там, кстати, забег. Вот и первая, можно сказать, миссия, которую можно пройти. Здесь яс и красный ящичек. Ну, я не думаю, что в красном ящичке будет что-то сильно интересное. Ну, не знаю, мне тогда в зеленом дали мешочек. Ну, давай, давай. Сейчас будет один бум. Так, все, открыл. И... Та-дам! О, мешочек. О, что-то большое и не крутое. Но определенно катана намного круче, чем все, что у меня было до этого. Поэтому я навряд ли буду менять. Ну чё, пробежимся по заброшенному старому городку. Как я криво стреляю! Я разучился стрелять. Ладно, активируем валушку. Валушку активируем. Так, а где, кстати, он? Бум. А, я кажется... Он прямо до меня долетел. Да-да-да. Вот, я понял, где он. Кто? Забег? Угу. Так он здесь. Разве? Ну, да. У меня показывается, что он где-то... А, ну да, ну выше. Сейчас я... Дом можно обыскать тут, кстати. Double kill! У меня такое странное подозрение, что нам здесь придется чаще обыскивать дома и находить всякие полезные фишечки. О, тут есть сундук! Круто. Блин, вот какого фига стрельба у тебя намного... Да, да, меня тоже поражает этот факт. То есть...
Стреляю я, у меня тихо, стреляешь ты громко. Такой, и наоборот. Ты-дыщ, просто. Угу. Так, а где он? Я что-то его пропустил. Вот-вот-вот, вот здесь. А, это типа просто пробегитесь, лохи. Трой, я found a poster promoting some sort of challenge. You heard about this? Трой, copy? Трой is out of range, my friend, but I will gladly explain challenges to you. I am Bozak, and my challenges are posted all over town. Just read the description and do as they say, and at the end, you'll be rewarded. Ну это, короче, знаешь... You must have too much time on your hands. I have my reasons, and you have yours to accept these challenges, am I right? Yeah, sure. Ну так, короче, знаешь, это... Bozak challenges you to test your stamina and agility. Run, climb, and swim. Only the toughest need apply. I guess that's me. Короче, суть в чем, погоди пока нажимать, суть в чем, то что просто им было лень вставлять сюда диалоги лишние, и поэтому заплатили только одному актеру, чтобы он все озвучил. Ну, да. Зачем лишних людей рисовать? Да. Так, че, в тусе? Оу, сколько? Достигнуто отметок 0, а должно? Нельзя кошку? Не использовать кошку, да. Угу. Лоханулся. Кто, я? Да. Я не читал. Why not? Вот, использовать кошку запрещено. Угу. Ха, я дальше тебя. Ха-ха-ха. Главное опять не накернуться с этой хрени, блин. Так, вопрос только куда падать. Ого! Оба упали. Более или менее хорошо. Так. Достигнута отметок 1 из 6. А я не понимаю, быстро он плавать не может, да? Shift? Нет, он вообще никак не меняет свою скорость. Не, он, по крайней мере, не меняет свою скорость вообще никак. Это сбрось shift, еще раз нажми. О, привет. Бульк. Не, серьезно, он вообще никак не меняет свою скорость у меня. Ну, пару раз потыкай за shift. А ты выплыви из воды-то, ё-моё. А какая к хренам разница, он все равно свою скорость не меняет. Да, потом я тебе объясню. В этот раз я выиграю. Все может быть. Да не так, да? А, блин, еще что ли? Ну капец. О, мы с тобой не успеваем. Блин, вот мы тормоза. Короче, когда выплываешь наверх, когда он тебя... Да выпекает, я уже понял, да. Там shift просто надо shift зажимать, 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 зажимать. Он такой быстро-быстро. Why not? Да, мы с тобой... О, я быстрее тебя. Да, мы с тобой что-то в натуре тормоза какие-то. Конечно, зачем ты проскользил, главное? Блин, по-моему, у нас все равно времени не хватает, тебе так не кажется? У меня такое ощущение, что надо как-то по земле это пробегать, потом туда прыгать, нет? Ну, мы не спустимся тогда. А хотя, ну, сейчас, в следующий раз посмотрим. Глазами порыскаем быстренько. То есть вправо-влево, если там куда спрыгнуть. Если нету, то смысла нет, мне кажется. Ну да. Хотя здесь, видишь, по-любому надо спрыгивать.
Так, а что если я, например, не побегу, а поплыву? То я лоханусь, да? Определенно. Я с пушки тут пробежал, тот мужик. И руки поднял. 26 секунд. Да не, не успеем, чувак. Как ни крути, можешь даже не пробовать. Серьезно, не успеешь. Я использую кошку на самом финише. А нельзя. Да пофиг. Я сломаю систему. Блин. Вот с кошкой я успел. Ладно, пойдем, потом еще выполним, если что. Крейн, Крейн, it's Tobias. I've got a new workshop set up here in Old Town, and I've made massive progress on my machete. You've got to see it. You just got to. So come and visit me, okay? Знаешь, мне как-то не очень хочется его видеть. Так, 46%, кстати, вот там он, смотри, что-то, то ли склад, то ли что-то. А, это зона, походу. Слушай. Нет, это не зона. Так, а, пойду я чувачка спасу. Воу, 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 воу. Тут какой-то дико такой муталистический. Воу, 2 хп, мать его. Слышь, чувак, Чувак, тут у меня такая же проблема. Тут прям, блин, слышь. А, так это фигня. Не, ты... он... Нифига себе фигня, он меня молотом долбанул, меня еще зомби добили. А че я тебя поднять не могу? Можешь? Нет. Можешь? Не могу, не могу, не могу, ты сидишь у меня. Ты не лежишь, ты сидишь. Можешь, нацелься. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Не могу, Дес, не могу, реально. Вот потом посмотришь... Ты врун! Я из-за тебя умер. Слышь, а тут... Кроме фигурки зомби ничего и нет. Можешь ее быстренько взять и это самое. Там убегать. Есть вообще-то. Нет, у меня только фигурка зомби. Нет, там просто надо сначала еще один придурка ящик. Убить и ящик. Ящик не открывай пока, дай я добегу туда. А, фак, нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Да пошел ты. Просто бегай от него. Он реально жесткий какой-то. Да я не про это. Тут маленький бегает. Да, уйди. Ты далеко? Ну, относительно. Я попробую сейчас дробовика его. Так, сейчас нам опыт дадут. Ты спас кого-то? Угу. Thank you. Короче, там, где я был, там вообще задница. О, сейчас нам еще раз опыт дадут. О, чувак, быстрее ко мне! Оу! Тут, короче, помнишь громилу, которого мы убивали? Да, я уже встретился с ним. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу, тут, короче, один с молотом, один этот. Это писец просто. Хардзон. Да. Где ты? Ты чё, куда убежал-то? Я умер чуть-чуть. Немножко, да? Немножко, да. Но зато ты можешь меня возродить, я умер, убил, походу, громилу. Нет. Громилу, который громила. Нет, тебе показалось. Да. Ну ты возродишь меня, может? Не знаю, я рискну. А, как это громко. Не-не-не-не-не. Так, ладно, я попробую вывести из строя вот этого грома. Булыжник! А, блин! Меня с двух сторон. Я попробовал рискнуть! Я не получилось! Там надо маленького этого убить, который бегает. Там маленький бегает, он больше всех мешает. Больше 3, не мешает. 2, 1. Не, ну тут гром прямо около тебя. Да, да. Оу! 2600 опять, да твою мать, а. Хрена он меня преследовал. Так, я вот не знаю, успею я, не успею, честно сказать. Кошка, кошка, у тебя есть кошка? Да есть у меня кошка, я знаю. Там рядом, 20 секунд.
Просто вопрос в том, что как бы они рядом с тобой. Еще вот эта тварь бегает. Нет, мелкую просто убей. Нет, походу ты не успеешь. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Блин, я рискну, Дас. 3, 2, ты никак не успеешь. Оу. Да. Я не туда спрыгнул. 2800. Не, ну мы бросили им вызов. Я не знаю, будем ли мы, кстати, здесь выкладывать эту хрень вообще. Я думаю, да. Такую боевку надо выкладывать. Думаешь? Конечно. Сколько мы просрали на них, все выложим, да? Да. Воу-воу-воу-воу! Так, стоп. А ну-ка нажми инвентарь быстрей. Спасибо, ты прям вовремя нажал инвентарь. Во-первых, нужно аптечки сделать. Я нажал не инвентарь, а меню. Ну, ты понял, да. Но просто рядом со мной, прям буквально в миллиметре от меня, зомби... Я вышел из инвентаря. Коктейль Молотова. Я бы вот динамитов бы наделал. Если бы это можно было бы. Мне нужен коктейль Молотова, но проблема в том... Бомбы Курта. Слышь, мне можно 5 штук сделать. Нету места в инвентаре. Да пошел ты! Ладно, бросить все. Ты что делаешь? Я-то тут вообще в самом месте. Включил обратно. Сейчас. Блин, ты это так не делай. У меня тут вообще просто жопа. Я в самом центре стою. Ты отпрыгни. Вот смотри, ты сейчас отойди наверх, короче, запрыгни. Сейчас. Пока я тут жив. Сбагоин. Так, все. У меня нету ни патронов, ничего. Но я все-таки сейчас попробую сделать бомбы Курта, и наконец-таки мы их заценим. Да? Наверное. Да отвяжись, мелочь! Блин, пошел ты! Или пошла ты. Так, а у меня 15 бомб Курта. Слушай, он с камешком ходит, меня это напрягает. Да, он сейчас в тебя его кинет еще. Не, не кинул. Он у него в ручке трясется. Так, а я попробую отсюда покидать бомбочки. Где они там? Да, у меня тут. Мне вот интересно, тебя вот... Что за говно? О, ну зато я этого убил. Вниз прыгай! Я видел это. Я успел заметить, что... Вниз прыгай! Вниз прыгай! Он, кстати, это самое. Реагирует на них. Ящик какой-то кинул. В тебя сейчас камень кинет. Так, давай, иди сюда. Оп! Фак, нет. Вот сейчас оно как раз около него взорвется. Да, вообще нормально. На, хорош просто. Рассчитал. Как это громко. 1200. Мне ничего не дали, главное. Дайте это мне. Там магазин, Дес. Пойдем-ка туда. Только не говори, что ты топор поднял. Нет. А куда он делся? Ну я могу поднять и выкинуть. Сзади, да, сзади. Да, я вижу. Ты топор, походу, поднял. Не-не-не. У меня нету места в инвентаре, я не мог его поднять. А, просто как бы здесь лежал. Вот он здесь, у него. Где? Ну. Нету там ничего. Ну, давай я подниму. А, вот он. Все, вот он, вижу. Икс бросить все. Эй. Да ладно, куда он у меня исчезает? Он посмотрит, что у меня топор исчезает просто. Да вот он у него. О, нифига он. Сейчас я попробую. Да. Так, сейчас я выкину вонючую полицейскую винтовку. И... а где он? Вот и я про то. Нет, он только что был. Вот и я про то. Ладно, сейчас я его подберу. Нет, у меня-то он был.
Сейчас я его подберу. Сейчас, а вот сейчас. Я подобрал, по-моему. Подобрал? Выкидывай его. Тяжелый пожарный топор. А может, я не буду его выкидывать? Не, ну я его как бы пытался полчаса подобрать просто так, что ли. Я тебе катану дал, так что давай. Давай. Я выкинул. Сейчас. Я X бросить нажму, C брось, все. И вот он, топорик. Наконец у меня есть собственный топор. Ну, у меня, в принципе. Я, так как я рейндж атакер, поэтому мне это особо. У меня есть катана, и больше мне ничего не надо. Не, ну просто теперь мне есть смысл прокачивать некоторые скиллы. Ну да, а я некоторые скиллы прокачал напрасно. Hey, friend! Так, что у него есть? Во-первых, винтовочные патроны. Катана. У него есть катана. Во-вторых, мы можем продать кучу полицейских винтовок. Одну даже военную. Оставить себе какое-нибудь говно. Не говори, что мы обостали. Так, 3, 2, 7, 5, 2, 1. Ну, да, я, наверное, продам вторую катану. И, наверное, продам военную винтовку. Потому что чаще пользуюсь все-таки полицейской, а две винтовки хранить. Угу. Смысла нет. Да и дробовик я тоже продам. Потому что места у нас очень мало. Угу. Также продать кофе. А, можно на F нажимать. Все время забываешь, можно на F нажимать и продавать сразу все вещи. Ну, ты понял? Да. Так, вот здесь можно с чуваком, видать, поговорить или что. Так, чертежи. Сейчас я попробую сделать что-нибудь офигенное с катаной. Супер кровопускатель. Электричество. Так. Здесь вроде нет ничего интересного. 22 минуты, а мы ничего не сделали. Ну, правда, нет. Мы убили, конечно же. Определенно убили этого урода. О, теперь у меня электрическая катана, смотри. Уи! Молодец. А, так. Наверное, меня не слышно будет. Ну ладно. Почему? Ну, я слишком тихо это сказал. Ну, у меня ты был слышен. Пойти, так. Что ли, зону надо зачистить? Ща, погоди. Давай вместе ходить все-таки, окей? Yeah, я от бегуна, тупая травма. Кто со мной, тот герой. Кто без меня, тот рыжая свинья. Кстати, вот яд бегуна довольно сильный, я так смотрю. Так, а еще можно поставить модули, да? Да. Потом я и говорю, ладно, побежали. Сейчас я тоже, я сейчас улучшу. О, два разъема. В общем, эта серия будет не по миссии. Вот. Вот так. Да, вот, да. Как и хотели. Да, то есть как вы нам в комментариях написали, ну мне, по крайней мере. Я не знаю, тебе там что-нибудь писали? Нет. Так, сделаем дикий урон. Эй! Блин, да ты что? Че такое? Да ко мне прибежали. О, чувак, здесь помимо красных сундуков есть и серых, есть еще просто такие сундуки. Как именно сундуки. Тебя поднять? Ну, желательно бы, конечно. Офигеть, я сейчас тебе такое покажу. Ты подними меня. Да, я там уже почти добежал. Тут что ли эта тварь, да? Бедал, не успел. Ну да. Не, я причем тебя поднимал, и ты умер. Ну да. В нормальной игре время останавливается в этом моменте. Долго ты почему-то бежал и не подождал. В смысле не подождал? Ну, меня не подождал. Не, ну я вроде там всех в округе зомби убил. Ну да. Прям всех. Ну да. Ну да. Стоп, а что я подобрал-то? А, ритуальный короткий меч.
Пошли давай. Нифига у тебя короткий меч. Это короткий, да. Приколиссимо, да? Вообще короткий. Вообще такой маленький. Самый короткий в игре меч, наверное. Так, что, идем зону зачищать, нет? Ну сейчас я теперь что, поставлю что-нибудь. Электротруба я, кстати, не могу сделать. Наверное, огонь сделаю на ритуальный меч и пожарку. Опа, тут файтинг. Слышь, Дес. Ща. Тут на футбольном поле бой. О, я, кстати, достижение получил за этот меч, сделав из него огненный. Тут вообще такая приколюха. Блин, так его спасти надо было. Ну ладно. Не-не-не, там громило. Вот ты лол просто, ни о чем. Ты что, дробовик поставил, что ли? А, мне показалось, ты дробовик поставил. Скрестил. Не, я за него, кстати, достижение получил. Меч Гавриила, добавьте эффект огня мечу или хопишу. Да-да, я знаю. Хопешу. Ой. Но он, кстати, какой-то ни о чем, в отличие от катаны. Так, будем забирать. А у нас выбор есть. Бамс. Сейчас бомбанет. Слушай, а куда у меня? Куда у меня делось оружие? Может, зону сперва захватим? Я думаю, что она сверху, да, наверное. О, там кому-то помочь надо. Ну что, кто из нас бегает или... Я думаю, далеко. Далеко? Да, далеко, далеко. Нет, недалеко. Она прямо вон на той стороне. Мне не показано. У меня показано. Ну, и давай, ну, помогай. Беги тогда, я зачищу. I need a fucking help. Эд, ладно, я ему стрельнул прям в голову, мать твою. Все, я зачистил. I'm right here, let's do this. Бамс, пулю в почку. Так, и я захватил зону. Получите и распишитесь. Оу, он как бы должен был лежать, но он стоял. Да ладно, ты зону захватил? Ты бы хоть не показал, что там надо делать. Да ничего, пробки вкрутил и шкаф задвинул. Ну, ты, блин, не видел, что ли, такое? Я не видел конкретно здесь, как это происходит. Точно так же. Не, ну чувак, тут как бы локация совсем другая, если чё. Так чё, мы будем забирать груз? Да. А, как громко. Чё, ладно, надо что-то делать. Вау! Просто! Эпик фейл! Такой, ах ты меня убьешь, там еще один такой же идет сзади. Такой же какой? А, ну меня, я не могу до него дотянуться. О, я, кстати, здорового убил. Все взрывается рядом с тобой. Просто эпик, меня все убивает. Так, прикрывай меня, это замок. Его надо взломать, я его взломал с первой попытки. Отлично. Просто ни о чем. А тут еще один? Нет. Да? Ты открываешь? Нет, я не могу. Это не зам... Походу нельзя. Ну да, это... открывать можно только пластиковые. Ну. Чего? Идем куда-нибудь дальше. Хотя, в принципе, 30 минут уже прошло. Мы как раз сделали все хорошее.
Я думаю, можно забраться наверх. Слышь, чувак? Шуаты, да. Я думаю, можно забраться наверх и просто закончить на этом. Угу. Какая-то тварь за мной лезет. Нет. Уже нет, да?